я гетеросексуальная транс-женщина. Воспринимайте меня отныне только так. Меня зовут Яна. С тех пор многое поменялось в моей жизни. Я... Перед нами крупная одноклеточная. Инертная. Несомненно, биологическая. Как у организмов на Земле, здесь есть нечто, напоминающее ядро. Эти волоски похожи на ресницы. Длиннее, чем мы привыкли видеть на Земле. Скорее, это жгутики. Перед нами первое неопровержимое доказательство внеземной жизни.